Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем петь песню. И знаете, здесь говорятся слова «Мира нет без тебя». И мы смотрим и оглядываемся на свою жизнь, и мы понимаем, что мира нет. И Сергей Васильевич, брат, говорил перед этим, я не видел, говорит, что люди в это время бывают настолько голодные. И я смотрю на этот мир, он тоже голоден. Кто-то голоден на информацию, которая окружает нас, читает. И знаете, я смотрю так, иногда и христиане тоже углубляются в эту информацию, и мир теряется. То, что мы смотрим, вокруг нас окружает, и мы понимаем, он нам не дает стабильности. Но, дорогие мои братья и сестры, мне нравится всегда место Священного Писания, когда слуга Елисея бегит к Елисею и говорит, посмотри, Елисей, посмотри, вот сколько я информации насобирал. Не знаю, был ли тогда, телеграмма не было, ютуба не было. Но, вы знаете, где-то он информацию начерпал эту. И он начал идти и говорить, Елисей, посмотри. А Елисей говорит, Боже, открой ему глаза. И гора была наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Дорогие мои братья и сестры, наша стабильность, она в Боге. Не в той информации, которую порой мир этот жадно так пьет и теряет уверенность. А когда мы пьем из правильных источников, тогда открываются глаза на силу и действие Божье. О, дорогие мои братья и сестры, в этом наша сила, видеть действие и силу Божью, за что слава Ему, а мы причастны к Нему. Мы можем черпать из этих источников, и Он открывает нам стабильность, что за нами стоит Господь, и в Нем наша сила, мир в нашем Боге, за что слава Ему. Без Тебя нет покоя нигде, лишь Тебе мир и радость в душе. Упование мое на тебя полагаюсь я. Только ты в силе исцелить, и грехи все мои омыть, все покрыть миром и теплом, и забрать из души мой сон. Мира нету без тебя, к тебе так тянется душа моя. Уйти от всякой суеты земной, вечно, чтобы быть с тобой, мой Бог. Счастья нету без тебя, к тебе так тянется душа моя. Уйти от всякой суеты земной. Thank you.
уйти от всякой суеты земной, вечно, чтобы быть с тобой, мой Бог. Счастья нету без тебя, к тебе так тянется душа моя, уйти от